как она в деревне заезд, девушки, она со стороны Юрии, город Далекош, команда войны. И у нас идет Максим Подолбошкин, уже вышли Максима Подолбошкина. Нет. Поставлены 7 лайков.
Ну, я скажу, ровные спортсмены по мастерству. Вот, у нас с Богом потом. Тоже немножко. Так, судьи, все на места. Ой, сейчас там ближе. Thank you.
место, соответственно,
встречаются команды. Город Уссурийск, школа, спортивная школа Шевченко и команда Портер. Город Уссурийск. Итак, у нас красный шлем «Змага Антон». Первая дорожка получается. Портер команда. И синий шлем «Корсун Павел» однокомандники. И у нас синяя дорожка. Белая дорожка у нас Моисеенко Глеб и желтая Юхнов Евгений. Это другая команда. Глеб идет вторым. Вот, ну уже, да, уже прыгают мотоциклы. Так, падение, стоп! Стоп падение. Заезд остановлен, не совладал никто спортсмен. Да. С мотоциклом. Как бы ни звучало это странно, ну, видите, но скользко. Лед уже получается у нас не скользкий, говорят, лед скользкий, да? Он уже шершавый очень сильно причем. Итак, у нас 14-й заезд, перезаезд. Красный шлем у нас «Мага Антон». Первая дорожка. Синий шлем «Корсун» исключен, белый шлем «Моисеенко Глеб». И Юхнов Евгений на третьем месте. Ну, это команда, получается, «Мага Антон» ушел вперед. Да, мастерство его выше, конечно, чем у этих спортсменов. Видите, как он начинает кидать мотоцикл. Поэтому, а когда мотоцикл кидает, вот они уже поехали по кружине, идет поровнее, да? Естественно, скорость падает. Естественно, когда швыряет, кидает, то они гасят. Итак, «Змага Антон» приводит свою копилку 3 очка. 2 очка соответственно. Итак, уважаемые болельщики. Это Глеб и Юхнов Евгений. Одну очку у нас будет завершающий в этой серии. Я вам уже говорил, да, по 3 заезда. По 3 заезда у нас сейчас будет в сериях. Красный шлем у нас это выезжает Каменский Николай. Команда «Вымпел» Владивосток. Красный шлем Каменский Николай. Синий шлем Иванов Данил. Вот он подъезжает, синий шлем на старт. Белый шлем у нас Лагута Александр. Это команда «Звезда» Большой Камень. И команда «Владивосток». Белый шлем Лагута Александр и Паев Александр, желтый шлем. Итак, старт! Вот здесь очень плотно. Команда «Вымпел», конечно, вне конкуренции. Каменский Николай сзади. Потихонечку командная езда у них. Уверенно ведут Каменский. Каменский Николай у нас принимал участие на чемпионате мира, на Европе. Принимал участие. Хочет объехать. Показывает борьбу. Показывает борьбу, ребята. Красиво. Нормально. Да, это командная гонка. Это свои у них причуды. Ничего страшного. 5 очков в команде есть. Да. Везут 5 очков и так, небольшое шоу решили показать. Небольшое. Ну а Каменскому Николаю, ну как, приятно, это 13-кратного обогнать. Ну это ничего страшного. Ну, 5 очков, а не 5 очков.
это команда. Поэтому все нормально. И ну, Данил это понимает. И мы также на чемпионатах мира ездим. То есть у нас, ну, чемпионат мира, конечно, это свое, да? То есть ты едешь, команда должна заработать очки. И мы уже точно так же работаем, работаем на команду. У нас Григорий Амазаспян выходит, объезжает. И борьба, смотрите, Иванов Андрей по внутренней линии пытается объехать Григория Амазаспяна. И борьба за первое, второе место. Иванов Андрей перезвался на наружу, чтобы выйти внутрь. Еще заезд, Григорий! Надо держаться! На него. Не уступает! Не уступает! Давай, три очка очень нужны! Итак, есть три очка! Итак, 3-3 получилась команда! Команда! Барабошкин исключен, он остановился, да, он и остановился, он... Барабошкин у нас исключен был из заезда, но команда приехала 3-3, и тем самым у нас ОЛРЗ не догнала команду «Гранит» города Дальнегорска. Но уже можно выводить примерно бронзовое место, бронзово-серебряное. У нас еще сейчас 17-й заезд. В 17-м заезде у нас выходят... Команда ДОСАВ Приморского края и команда Портер, город Уссурийск. Красный шлем Шалавин Аркадий, синий шлем Погожих Владислав, ДОСАВ Приморского края. Судьи на виражах! Судьи на виражах, просьба занять свои места, спортсмены готовы. И Змага Антон у нас, белый шлем и желтый шлем Корсун Павел. Заезд. Команда «Импел» у нас уверенно, конечно, идет впереди. Судья выставляет спортсменов. И дан старт. Иванов Данил и Каменский Николай. А по старой технологии, смотрите, Иванов Данил по синей линии, а Каменский, вот он на него так посмотрел. И они красиво, красиво и уверенно везут пятечку. Местами. По 5 очков они уверенно везут, поэтому
понаружи и везде. Вот смотрите, он сейчас уже круг, по-моему, привезет. Ну а если он круг привезет, это уже будет аннулирован. А он все равно ноль у нас везет, четвертый, да? Встречается команда «Гранит», «Дальнегорск», «Красный шлем», «Амазаспян» Григорий и у нас «Барбошкин Максим», «Синий шлем». Команда «Портер», город Уссури, «Змага Антон», «Белый шлем» и «Желтый шлем», «Корсун Павел». Так, старт. Выиграл старт «Змага Антон». Вот он внутри заезжает под него и объезжает Барбошкина Максима. Итак, «Змага Антон» принимаем. «Змага Антон» 3 очка и 2 очка у нас зарабатывает. «Корсун Павел» 5 очков. Команда «Портер» получает 5 очков. Команда «Гранит» 1 очко. «Красный шлем» Лагута Александр. «Красный шлем». Белый шлем Баев Александр. И так, команда еще не выезжает у нас. Команда «Звезда» выехала. Московка у нас принимает участие, наверное, три спортсмена, да, вот Московка Александр, мастер спорта международного класса, город Москва, он выступает за команду у нас, ДОСАВ Приморского края, и вот они втроем стартуют. Ну, здесь, конечно, уже за синей линией. Шалавин Аркадий, да, лидирует, Александр Лагута вторым, Московка Александр идет третьим. Борьба с ним, ну, прямо вот рядом, печутся друг друга. И все едут прямо по синей линии, вот, да. Видите, Александр Лагута по синечке объехал. Да, Лагута Александр 3 очка, Шалавин Аркадий 2 и Московка Александр 1 очко. Итак, у нас команды встречаются, 21 заезд. Команда ЛРЗ, города Уссурийска. Иванов Андрей у нас, красная дорожка. И команда спортивной школы имени Шевченко. Ну, Иванов Андрей, да. Мастер спорта из города Уссурийска, я вам уже говорил, он серебряный призер еще чемпионата Союза, когда Союз был, Иванов Андрей ездил.
руки уже по наружечке едут, потому что внутрь, внутрь очень сильно разбитый, да? Ну, кто-то повнутри, покороче, а кто-то дальше. Ну, Иванов Андрей, конечно, уверенно идет. Уверенно уехал. Завершающий круг. И финиш. Принимаем финиш. Иванов Андрей на колесике. Вот. Услышал, да? Услышал. Закончили сейчас, ну, конечно, с большим отрывом Владивосток побеждает. 28. Команда «Выпил» города Владивостока побеждает сегодняшнюю командную гонку. И на этом я завершаю свой репортаж. Ну и буквально 5-10 минут вы увидите награждение. Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка будет награждать участников соревнований. Появляются герои сегодняшней гонки, первой гонки на обновленном стадионе «Авангард». Очень скользкий лед, аккуратней, пожалуйста, аккуратней. Ну что, ребят, откатали? Да, молодцы. Новое поколение, поэтому сейчас Владивосток, Дальнегорск, каждый год будет проводить такие соревнования. Ну и, дорогие друзья, вот у меня в руках братья ассистента мне передали сейчас с 50 видов спорта. Мотокроссовая трасса сделана будет по самым современным мировым стандартам. Мой брат сделал ее на Камчатке, провел чемпионат России. Мы такую же сделаем, а лучше сделаем в Уссурийске в течение 2 лет, поэтому будет возможно. Поэтому хочу сказать вам огромное спасибо за то внимание, за ту любовь к спорту, которую вы проявляете. По техническим видам спорта мы будем его проводить каждый год, чтобы была возможность поболеть, потому что сегодня победила, помимо команды «Выпил», победили болельщики, которые отдали свои сердца своим любимым спортсменам. Спасибо вам за это, спасибо вам, ребята, за прекрасный год, за выигрыша. Мы расставались с руководителями стадионов в субботе, и каток будет готов. Итак, пожалуйста, давайте начнем мы, конечно же, награждение с последнего места. Итак, 7-е место. Команда ДОСААФ «Приморский край». Шестое место. Команда «Звезда», город Большой Камень. Пятое место. Команда «Город Уссурийск» имени Шевченко. Миш, можно минутку? Пожалуйста. Сегодня принято решение во время гонки Олегом Николаевичем. Все, кто, ребята, проехал с очковыми, вручаются финансовые призы. Я думаю, мы с них и начнем. Это будет по-честному. Это ваше решение, пожалуйста. Да. Всегда. Олег Николаевич, ну и начнем. Они по порядку лежат, поэтому не давайте, по количеству очков. Первый конверт вручается Каминскому Николаю. Иванов Дани.
Амазаспян Григорий. Воловик Василий. Барабошкин Максим. Шалавин Аркадий. Московка Александр. Моисеенко Глеб. Павлов Сергей. Погожих Владислав. Мамонт Владимир. Иванов Андрей. Лагута Александр. Змага Антон. Икарсун Павел. Корсун Павел. Благодарим. Благодарим за такие приятности. Александр, скажите, мы сейчас уже готовы перейти к четвертому месту. Четвертое место у нас занимает команда «Гранит», город Дальнегорск. Переходим к третьему месту. Команда «Уссурийск». У ЛРСД, пожалуйста, подарки. Миш, на пьедестал приглашай всех. Пожалуйста, конечно, я думаю, что думаю, догадались. Да нет, пожалуйста, третье место. Уссурийский локативный ремонтный завод. Иванов Андрей, Мамонт Владимир. Ребята получают у нас заслуженные медали. Который много сделал для того, чтобы здесь состоялся это увлекательное зрелище, эти соревнования. В дальнейшем мы будем совершенствовать стадион «Авангард», будем делать так, чтобы в крупных городах проводились такие соревнования. Константин, тебе спасибо большое за труды, за заботу о стадионе «Авангард», о технических видах спорта. Ну и от компании «Мотоцесс» каждому победителю сертификат. Итак, переходим ко второму месту. Город Уссурийск. Команда «Портер», «Змага Антон», «Корсун Павел». Министр физической культуры Жан-Заевич Кузнецов поздравляет спортсменов первой гонки «Кубок Приморского края». И первое место под ваши аплодисменты. Команда «Вымпел». Владивосток. Николай Каминский. Иванов Даниил. Цыбулин Сергей. Всех, кто сегодня присутствовал здесь, на нашем стадионе. Говорим спасибо губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяке за то, что свершилось то действие, которое мы не видели 42 года. Огромная благодарность всем, кто сегодня поддержал наших спортсменов. Ну, а в свою очередь хочется напомнить, увидимся с вами мы уже на летнем спидвее.
уже немножко больше.